Every brother was caught in the crossfire. Я рада, друзья, подписчики моего канала, с вами как всегда я, Любовь. Сейчас, друзья, мы записываем для вас очередной летсплейчик Варя Танкива. Сейчас у будет идет стрим, кстати, братан, поздоровайся. Так, а игра на карте Шом, проигрывал со счетом 4-3, но сейчас, 4-2. Если сейчас что-нибудь получится, то мы, ребятки, просто по братке затащим. Так, я сейчас закуплю себе, да, сегодня, ребятки, сочетание вас поэзитка. А, так, что? Что? Нормально, сейчас выходит флажки будет таскать. Так, а ну сколько будет стоить? Ага, хорошо, чуть куплю себе. Так, ребятки, с чего я хотел сегодня, суть всего вот своего летсплейчика, то я хотел для вас видеть, ребятки. Если вы хотите поржать надо мной или над Бодей, если вы хотите поржать надо мной или над Бодей, то подпишитесь на мой канал и на Бодей, потому что на выходных выйдет видосик. А видосик будет не стандартный, а называться будет он «Пеночки». Короче, ребятки, мы, сидели сегодня на соревнованиях, и Бодя чувака сказал, как я играю в танки, ну, именно к половине моих рук. И, Бодя говорит, ты не сможешь меня обыграть. Ну, и все, вот так вот спор затеялся, и теперь, ребят, мы на выходные будем играть в пеночки на Хорнетах или на вас по рельсах, под желаночку, так что подписывайтесь обязательно, и там будете смотреть на моем канале видосик. Пеночки, точнее. Все, сейчас разбавим кабины. Давай, отсос. Отсосик. Не, мне флажки надо таскать, братан. Я тоже на изи. Так, если что-нибудь поглядывать на видео, это все танки. Это не я, ребят, это не я. Так, сейчас у Боди какие-то хейтеры пришли на стрелянский. Хорош. Ну, я лекал. Так. Вроде бы запись, да, запись идет, это 100%. Так, я думаю, все про сегодня выйдет, потому что я хотел для вас, дать эту информацию, чтобы обязательно смотрели этот, следующий видосик, который выйдет на выходные. Так, нужно подлека, стой, братан. Стой, братка. Я же тебя не... Так. Я, в принципе, я тоже тут на изи набираю киллы. Нормально, да. Так, и я уже хочу, ребята, кто хочет праздники уже с голдами, или что подрабы не подумали эти конченые голды, то пишите мне в комментариях, кто хочет увидеть эти конченые годики. Блин, 5-0 сам, ёпердят. Ладно, постараемся затаскать. Затащить по-братски. Хочешь, что тебе будет, скажи. Что, ты тут вообще? А, ну всё. А, ну не надо, лучше на своём чуть комментируй. Да, я тебе разрешаю, комментируй на своём стримочке, если хочешь. Угу. Давай. Вот эта жизнь сейчас может сделать так. Стоп, одет? А. Пошутил, через обомбил. Хорошо, все. Все, не тупо нас. Тёпа дали это 100%. Да, просто. Просто изи лемон скрин батя. Смотри. Нет! Блин, это время молчал, потому что я думал, кто-то возьмет его. Так, опять увидит, нет? Не судьба? Ладно, нормально движ. Так. Все нормально. Сейчас я обратно постараюсь тоже тактикой задействовать. Мы на, блядь, АФКшники. Так, все. Спокуха. Изя. Полдина. Изя, кто тебя? Да уйди! Давай, брат, подходь чуваски. Подлечу. Что, ты поставишь, да? Да поставишь? Нет! Хорош! Все, отлично, я 5-1. Думаю, за 4 у нас что-нибудь получится поставить. Ух, какой же я опасный, если дерзкий. Как пуля резкий. Чего песня придется. А ты такой дерзкий, пуля резкий. Да? Давай, ставь. Ребят, чуть подлагивает, потому что что? Потому что так и онлайн. Потому что мой общий слабый.
Мы сделаем вот так вот. И все. Да нормально, я лечу, блин, еще и флаги могу таскать. Так что нормальное сочетание. Кто согласен с этим, пишите в комментах. Да, и если вы хотите попасть в тот коммент, пишите коммент. Я буду делать скриншотики и вставлять их на свои досики буду их вставлять. Давай, 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 давай. Ой, какие шансы. Твои физионские. Блин, идемку чуть засрали. Да, согласен. Мне нужна... Оставьте мне нитру более. Нитру нужна мне. Так. Жига! Жига! Все. Так, научник убираем, чтоб не мешал. Черт там собачьим. Ёпа на прот. Меня нах прессуют. Смотри, что я делаю. Смотри, что я делаю. Смотри, что я творю. Ёба на прот. Кто? Ну кто? Ну кто? Ну кто? Господи. Просто богаче летсплейчик. Я вам серьезно говорю. Я даже его так назову. Просто ужас, ребят. Мамонт, ну ладно, мамонт насрал. Все ушли в атаку, а нету никого флаг скинуть, ребят. И кто сейчас скажет, что ты дал нахер ты флаг скинул, ребят, я скинул флаг, потому что меня убьют. А если меня убьют, то флаг вернут. Это просто. Хорош. Да, еще флаг. Флаг продолжают брать. У них он полканы, и они все, у них за ней даже маулеты, они тащат. Ну что, кто они? Крабы. Ну, не получается тащить. На, шлинку разминку. Хорош! Ай, я ломбящий летсплейчик. Я даже знаю, как назову. Ломбящий летсплей. Фантом, фантомчик, братан. Стой, стой, я в тебя перехерачусь. Норма. Нормально, Миш. Не, я постараюсь еще чуть-чуть подарить. Идет. Так. Да, чешу там стрим. Может, хейтеры исправили свою ошибку. Что у меня со звуком? А, типа микро, да? А, Галима, слышно, ну то. Да, стримчик чат. Как раз это уже нормально, он видео писали. И стрим провели, так что все. И видосик на ченнеле. Сейчас я как-то не музыку в ВК скинешь, я сейчас сохраню себе в папку, понял, я сегодня на этот видосик стал. А ширека там прикольная. Как ты нашел, подожди, вообще? Ты прописал песню как уже кимикс, да, на фоне. Пока я звать буду АФК. Ой, не АФК, шить, а тащить там катку. Давай! Давай! Хорош! Просто должен всех. Да, конечно, катку, ребят, вот. Мы, конечно, хотели с Боди защитить карточку, но не получилось. Ну, видосик получился интересный, как бы информационный, как-то так можно сказать. И бандащий. Так что все, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в субботу, да, я постараюсь в субботу его замонтировать и записать. Да, будет в субботу, но выйдет видосик. Да, короче, все, ребятки, в субботку заходите на мой канал где-то с утра, потому что это же выходные. И где-то уже в 12 в час. Я думаю, до такого времени я его замонтирую. И, конечно же, все будет изи-пизи. Так, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребятки. Всем пока-пока, друзья.